Инвестиции – это источник живой воды для экономического развития. В последнее время Хэлунцзян прилагает серьезные усилия по привлечению инвестиций, внедрению новых проектов и вливанию новой жизненной силы в развитие региона. Недавно в городе Дунъин прошло совещание по продвижению промышленных инвестиций и церемония подписания проектов «Зимние битвы». Было подписано 15 проектов, связанных с переработкой зерновых продуктов питания, новой энергетикой, цифровой экономикой, биоэкономикой и другими областями с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов юаней. Среди них проекты строительства интеллектуального экспериментального ветрового поля с общим объемом инвестиций 4 миллиарда юаней, который был осуществлен электрической компанией города Харбин и компанией ядерной энергетики Синьцзянь. Планируется, что общий масштаб развития составит 500 мегаватт, более 60 координат, подходящих для строительства ветроэнергетического проекта. Правительство города Дунъин гостеприимно, а сервис хорош, поэтому мы готовы инвестировать сюда. В то же время был подписан проект Тесента по созданию системы отслеживания качества и маркетинга бренда в индустрии черного гриба, в рамках которого будет разработана эксклюзивная идентификационная карта для продукции черного гриба Дунъина. Для создания этой системы отслеживания качества в основном используются технологии «Одно дело, один год» в сочетании с ядром блокчейна.